Итак, всем привет! И в первый день выставки MWC 2017 компания Sony представила смартфоны Xperia XZ Premium и Xperia XZS. Топовая модель получила 5,5-дюймовый 4K HDR дисплей, чипсет Qualcomm Snapdragon 835, 13-мегапиксельную фронтальную камеру и 19-мегапиксельную основную камеру с возможностью замедленной видеосъемки в разрешении 1280x720 пикселей и частотой кадров 960 кадров в секунду. Младшая версия Sony Xperia XZS обзавелась 5,2-дюймовым HD-экраном и аналогичной оптикой. На днях в сети появились первые фотоснимки, созданные при помощи Xperia XZS, а также видеоролики, демонстрирующие возможность замедленной съемки обеих моделей. Основная камера XZ Premium на 19 мегапикселей может похвастать записью видео с замедленным эффектом и частотой кадров 960 кадров в секунду. При этом для сравнения iPhone 7 и iPhone 7 Plus способны осуществлять видеосъемку с частотой 120 кадров в секунду в разрешении Full HD и частотой 240 кадров в секунду в разрешении HD. На днях разработчики Sony опубликовали короткий видеоролик, который позволяет оценить качество замедленной съемки модели. Достичь высокого качества видео и фотосъемки модели Xperia XZ Premium позволил 19-мегапиксельный сенсор Exmor RS размером апертуры 1.2. Объектив с диафрагмой f2.0, а также поддержка антидисторсии. Так, что там у нас еще? Так, антидисторсия перикативного гибридного автофокуса технологии SteadyShot. Блин, выговорил. Так, с режимом и Intelligent Active, включающий... Чего? 5-осевую стабилизацию, ничего себе. И поддержку записи в 4К. Фронтальный модуль смартфона на 13 мегапикселей получил матрицу Exmor RS размером 1.306. Так, с 22-миллиметровым широкоугольной оптикой и светосилой в 64 тысячи ISO. И объектив с диафрагмой f2.0. Компания Sony также опубликовала в сети видеоролик, который знакомит с возможностями смартфона Xperia XZS, в том числе возможностью съемки видео в slow motion. Аппарат также, как и старшая модель, получил фронтальную камеру на 13 мегапикселей и основную камеру на 19 мегапикселей с возможностью записи замедленной видеосъемки и частотой кадров этой самой видеосъемки 960 кадров в секунду. Однако, в отличие от XZ Premium, смартфон не располагает функцией предактивного автофокуса. Ух ты, понтов накидали, тут просто неимоверное количество. Ну, я так предполагаю, стоимость смартфонов тоже будет невероятная. Кроме того, на днях в сети появились первые фотографии, сделанные при помощи Sony Xperia XZS. Это мы уже знаем. Ожидается, что Sony Xperia XZ Premium станет доступным в конце весны текущего года по цене $800. Модель Sony Xperia XZS появится в продаже уже 5 апреля, а стоимость новинки составит порядка $700. Как и предполагалось, стоимость, конечно, будет немаленькая. Так что, в общем, выйдут смартфончики. Посмотрим, что там уже будет, как оно будет работать все это, потому что сейчас они, я думаю, сырые будут. Ну, я надеюсь, конечно, они там все допилят. Ну, Sony это как бы серьезная компания, так что допилят функционал и все баги по-любому. Вот, так что будем ждать официальных, скажем, продаж, чтобы получить уже нормальный аппарат в руки для тестов. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал. Thank you.